Всем привет, с вами Глент, и вы на моем канале. Ребята, как же много лайков вы нам поставили под ролик с бабл квасом. Это просто капец, я сам не ожидал, что вам так понравится. И в прошлом ролике я вас спросил, пойдем смотреть бабл войс. И вы мне сказали, да, да, иди смотри. То есть вы мне дали гарантию, что будет смешно. Мне уже, если честно, весело, я уже готов смеяться. Готов просто, сдерживаться. Но вряд ли это получится. И сейчас предлагаю поработать по старой, доброй, проверенной схеме. Вы прямо сейчас спускаетесь под этот ролик, ставите лайк, а мы идем играть в бабл войс. Вместе повеселимся, поугараем, обязательно досматривайте этот ролик до конца. Фух, я в принципе готов, с вас лайк, а мы начинаем. Просто посмотрите, как теперь выглядит мой рабочий стол. Бравл Старс, Стэндофф, Роблокс, Бабл Квас и Бабл Войс. На самом деле, за кадром я попросил участника команды, чтобы он скачал эту игру, зашел туда, немножко пострел рекламы, чтобы у нас было на что открывать кейсы. Я еще игру не видел, все, я готов. Бабл Войс открываем, погнали. Made with Unity, окей, все знакомое. Важно, данный контент является Что? Как это прочитать? Спящий Шрек, что это такое? Нормально, нормально. Погнали разбираться. Баблер 85. О, я могу изменить имя. Давайте в этот раз назовемся Глент. Вот, собственно, я Глент назвал. Естественно, не забываем зайти в аватарки. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, из топовых аватарок это вот это. Вот это. Очень смешно. Ну, наверное, я выберу себе вот такую аватарку. Она мне, в принципе, нравится. Окей, давайте пойдем дальше. Из валют у нас есть рубли. Российские. Алмазы из Майнкрафта, это смешно. Кнопочка с ссылками не открывается, вот как бы я ни тыкал. Дальше у нас есть шопинг, это не магазин, а шопинг. Окей. Бойцы. Посмотрите. Бойцы это свиньи. Окей. Новинки. О, новинки можно открыть. Подарочек в честь дня рождения Бабл Войс. Днем рождения. Окей. Торт Бравл Старс. Всем Бабл Войсерам посвящается. Я тебя люблю так сильно, да за сам в соке. Спасибо. Бойцы. У нас, по-моему, здесь всего лишь 15 бойцов. Их немного. Ну, потому что игра совсем новенькая, но мне кажется, будет очень смешно. Дальше есть Бабл Сас. А, вообще, Бабл Пас. Я понял. Здесь все, в принципе, так же, как и в Бабл Пасе. Бабл Пас будет добавлен в следующих версиях. А, окей. Окей, он сейчас не активен, я понял. И мы можем выбить Томми из GTA Vice City. Ну, по сравнению со Славой Бебро, это не так смешно. Это бета-бета-бета-версия, чисто для текста. Ок, да, ну ладно, без проблем. Кинты, что у нас есть в кинтах? Если тебе кажется, что у тебя нет друзей, то тебе не кажется. Это хорошо, ладно, допускаем. Клубец. Видео о Бабл Квас на YouTube. В смысле, Бабл Квас на YouTube? Тут же Бабл Войс должен быть. Чё? Они рекламируют Бабл Квас, хотя они должны быть Бабл Войс. Чё за бред? А, нет, здесь ссылки правильные оставлены. Чё? Спасибо за настроение, наши любимые ютуберцы. Вот так вот авторы обращаются к нам без проблем, окей. Общалка. У нас есть общалка? Нет. Блин, общалка не работает. Я бы очень хотел, чтобы было онлайн общение. Я бы хотел почитать, что там люди пишут. Ну, в принципе, тут вот по фону понятно, что они будут писать. Теперь давайте сделаем шопинг. Что мы имеем? Есть за 25 алмазиков, за 50 алмазиков. Естественно, реклама. Задонатить, конечно же, нельзя. Скин MC Тюлька. Но это смешно, окей. Ребята, кстати, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы подписываетесь на наш канал. За последнюю неделю на канал Глент подписалось 100 тысяч новых людей. Огромное вам спасибо. Если ты еще не подписан, обязательно к нам присоединяйся. Подписывайся на этот канал. Красная кнопка подписаться внизу. Здесь у нас очень весело и контент выходит регулярно. Поэтому тебе всегда будет что посмотреть. Красная кнопка подписаться внизу. Нажимай на нее. Вот так вот берешь... И нажимаешь, чтобы она стала серой. Теперь давайте попробуем поиграть. Нажимаем кнопку играть. И что у нас есть? Захват рублей или песня жизни? Бой, чтобы выжить. Окей, давайте начнем с захвата рублей. Так, разрешаем доступ к микрофону. Меня слышно? Алло. Подождите, что-то не работает. Эй. Тихо, заработал. Не понял, как это делать? Я должен разговаривать, но не прямо разговаривать и как-то передвигаться. Как передвигаться? Богдан. Любимый Богдан. Спокойно, мы уже два заработали. Быстрее. Шрек, не падай. Я не понимаю, как это работает. Как оно запускается? Почему оно вообще запускается? Чё? Я не понимаю, как это работает. Дальше есть песня жизни. Пой, чтобы выжить. Погнали. Так, сила прыжка. Что происходит? Чего? А, вот тут работает. Все, я понял. Работает. Погнали. Надо отрегулировать силу прыжка. Богдан. Любимый Богдан. Поставьте лайк. Ой! Блин, офигеть. Погнали, ладно, все, я готов. И... Раз, два, три. Еле успел. Ой, блин, я начал говорить.
Битбокс не сработал. Давайте попробуем еще раз. Все, я сейчас буду битбоксить. Я готов. Я чуть слюной не подавился. Так, мы набили уже рекорд 7. Я даже не знаю, что можно говорить. Я забываю, что когда говорю, Шрек летит. Богдан, Богдан, лучшее имя. А эта песня играет для самых лучших пацанов. Постучалась в дом. Боль незваная. Блин, я проиграл. Я 16 баллов набил. Еле-еле. Блин, так тяжело на самом деле это делать. Все, погнали дальше. Фу, аж горло болит. Теперь заходим в шопинг. И самое интересное, открываем кейсы. Давайте откроем сразу кейс за 50 монет. Погнали. Нам выпадают деньги. 94 рубля. И кто нам выпадает? Китолог обычный, овы из дурки. Ну, это такой, по сравнению с Бабл Квасом, такой слабенький мем, реально слабенький. Давайте откроем кейс за 25. А ну-ка, Англмен обычный, овы из Англии. Ну, вот это хороший, это нормальный, без проблем. Открываем еще. Овы из Англии, опять выпал, что за бред? Не понял. Мне одно и то же выпадает, вы видите это? Местный мяус обычный. А может, на картах поговорим? Так, окей, ну мемы здесь слабенькие. По сравнению с Бабл Квасом, это очень слабо. Это хорошо. Трудовик. В понедельник трудовик ставит пятерки тем. Эй. Не, на самом деле у меня был в школе клевый трудовик. Кто не работает, 9. Кто работает, 10. Все, у нас была 10-бальная система. Вот так вот мы учились. Но это вот хороший мем. Я бы за трудовика даже хотел бы попрыгать. Открываем очередной кейс на... Майк Лазовский. Ты завидовал моей внешности еще в 4 классе. Это мой самый любимый персонаж, Майк Вазовский. Это one love, Майк Вазовский, респект. Продолжаем открывать кейсы, пока нам везет, в каждом ящике падает. Что это? Кот в хлебе, кем я стал? Блин, ну подписи просто разрывают постоянно. Окей, теперь за 50. Опять трудовик? Реально? Теперь у меня есть 2 трудовика. Не знаю, зачем они мне, но окей. Местный газ, чё по мелочи, мобилу гони. Блин, ну на самом деле мемы здесь реально слабее. По сравнению с Бабл Классом, ну послабее мемы, объективно говоря. Но все равно они смешные. Итак, опять китолог, оба из дурки. Походу я сейчас реально в дурку поеду. Опять Майк Вазовский. Блин, где новые персонажи, вы чё, офигели там совсем? Опять местный мяус попался. Да что такое? А это кто? Белый медведь. Так, это тоже нужно сфоткать. Это самый неожиданный поворот из всех поворотов, которые когда-либо поворачивались. Ну да, я вообще не ждал здесь увидеть белого медведя. Что он тут делает? О, блин, у меня уже алмазы закончились. С другой стороны, у меня есть 700 монет, поэтому давайте их всех потратим и продолжим открывать кейсики. Нам выпал опять белый медведь, я понял. 3 раза подряд белый медведь, это что, прикол? Опять жесткий скам. Майк Вазовский. Естественно, да, конечно. Нам хватает на еще один ящик, давайте его откроем. Кто нам выпадает? Это кто-то новенький. Чики-бомбони. Это хорошо. Чики-бомбони не едят пиццу, но при этом плодятся как хомяки. Вот эту подпись я, если честно, не понял. Я, если честно, хочу поиграть за трудовика, потому что он очень широкий и по логике вещей. А, не, он не будет лежать, он вертикально. Это неинтересно. Я думал, что это читерство, знаете. На самом деле, нам осталось выбить не так уж и много бойцов. 5 штук и все, мы открыли всех бойцов в Бабл Войсе. Обалденно. У меня уже 310 алмазиков и погнали. По 25 будем открывать и надеяться, что что-то выпадет. Опять этот Англмен, да ты заколебал. Да, я из Англии, что еще? Майк Вазовский, опять что? Это уже не смешно. Давайте, может, подороже откроем, мало ли выпадет. Меня только что заскамили. Да блин, да чё ж такое? Эй, дайте новых персонажей, это не смешно. Я думал, вообще одинаковые падать не будут. Они падают и падают и падают и падают. И опять этот белый медведь. Я что-то не понимаю. А чё, новых персонажей не будет? Это все у меня уже было. Ты чё, Бабл Войс, меня скамят прямо сейчас. Трудовик. Здорово. Эй, ну это нечестно. Я только что слил 300 алмазов, и мне ничего не выпало. Это прикол? У меня сейчас 70, давайте откроем за 50, мало ли мне повезет. Кто это? Китолог, овы из дурки. Да, походу я сейчас реально буду из дурки, потому что у меня ничего не падает. Походу придется опять смотреть рекламу. Окей, будем открывать маленькие ящики, потому что я так понимаю, разницы с большими нет. Поэтому открываем дальше, и нам выпадает опять белый медведь. Да что ж такое? Это, конечно, все смешно, но, блин, какой раз мне выпадает трудовик? Что происходит? Давайте попробуем за трудовика поиграть. Почему-то мне кажется, что это будет очень смешно. My love. Почему он прыгает, но не летит дальше? Может быть, надо на стрелочки нажимать? Да нет. Что происходит? Итак, прыжок. Походу, эта штука сломана, потому что я вот как бы я ни говорил, оно двигается само по себе. Но зато песня жизни работает. Зацените. Я был очень близко. Поставь лайк. Поставь лайк, поставь лайк, поставь лайк.
Поставок. Не пол... Ой, получилось! Засейвились! Ого! Так, что еще можно сказать? Какой трек можно спеть? Кстати, ребят, напишите свой любимый трек в комментариях. Какой бы вы спели в этот микрофон? Леди, я местный Шуга Дэдди. Шуга Дэдди проиграл, к сожалению. Я не понимаю, сколько мне кейсов еще нужно открыть, потому что мне больше вообще не падает новых персонажей. Я открыл уже сверху где-то, ну, кейсов 10, и вообще новых персонажей не предвидится. Вы посмотрите, я открыл уже 3 кейса, и выпали все одинаковые герои. Еще один трудовик, пожалуйста, добро пожаловать. Еще один кейс, и... Белый медведь, серьезно. Ладно, в любом случае, если вам понравится эта игра, мы снимем вторую часть, подождем, когда выйдет обновление, чтобы разработчики успели все подготовить. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на этот канал, с вами был Глент, всем пока!